Всім привіт! Посилочка з Фастика. Зараз ми відкриваємо, посмотримо. Так, тут у нас три позиції. Раз, два, три. Так, давайте з маленьких. Тут у нас вот такой вот дрифтипчик. Стоять. 810. Немножко цвет, конечно. Ну, там, по-моему, цвет рандомно идет. Ну, в принципе, пойдет. Такой зелененький. Конечно, поменьше бы красного. В принципе, ничего. Так, и вот такой еще под сигаретную затяжку. Вот такой дрифтипчик. Тут он на двух орингах. И вот такая вот еще, не знаю, как это, база, что ли. Тоже 510 здесь и здесь. То есть можно какая-то по отдельности использовать, такие вместе. И вот такая вот коробочка. Коробочка. Не люблю я вот эти наклейки. Коробочка MadDog, дрипка. Здесь у нас наклейка, так понимаю, цвета черный. Вот такая вот коробочка, коробочка. Так, комплектация. И сама дрипочка. Все, тут больше ничего нет. Давайте на нее поближе посмотрим. Итак, вот коробочка такая, MadDog, цвет, Фастек тут прилепил свою наклейку, это, естественно, клон. Здесь у нас указаны, ну, вроде как, ее достоинства, да. Тут у нас идут крестовые винты, шестигранники, плоские винты. То есть это, наверное, ну, возможные варианты, какие могут быть. Тут у нас адрес производителя. Сертификаты desirewave.com, хотя это, естественно, же это клон, то есть просто скопировали. Вроде бы как даже Scratch, но он, понятно, не снимается. Здесь такой номер от балды. Вот. Ну и комплектация. Давайте посмотрим. Так, здесь у нас пакетик, две спиральки, винтики запасные. Они у нас, это под шестигранник, да, это под шестигранник, ключик шестигранный и отверточка стандартная, также два ринга запасных, вот, и сама дрипочка, здесь больше ничего нет. Так, вот так вот выглядит дрипка. Гравировочка MadDog, Desire на дриптипе надпись, черная покраска такая матовая, очень широкий такой дриптип, безоринговый 810, ринг у нас там внутри находится. Вот. И здесь еще, что мне понравилось, есть вот такая вот проставочка, скажем так, это как бы защита от перегрева, то есть мод, если у вас тут жирная намотка, мод будет защищен от нагрева лишнего, ну и к тому же еще защищен будет от царапин. Вот. Так, по размерам у нас что? Диаметр у нас 24 миллиметра, высота со штатным дриптипом и с проставочкой 33,8, 34 практически миллиметра. Давайте померяем ширину дриптипа штатного 13,8 миллиметров. Вот.
Толщина стенок здесь очень большая. Интересно тоже. 1,4 мм, 1,5, 1,5 мм толщина стенки здесь. Но она при этом очень легкая, это алюминий. Похоже на тон. А вот база немножко потяжелее. Скорее всего, тут латунь. Давайте откроем купол. Вот купол внутри есть сферическая обработка небольшая. Два пропила обдув с двух сторон. Здесь одну спираль ставить не предусмотрено. Вот такие вот сточенные направляющие для обдува. Ну и стойки. Такие две стоечки, соединенные два отверстия и шестигранные винтики. Здесь у нас пин, он нерегулируемый, он держит стойку плюсовую. И на донышке мы видим опять же гравировочка MedDoc. Вроде как номер серийный, сертификаты. Ну еще винтик один, который держит минусовую стойку, скорее всего, да. Ну, на вид качество вполне такое приличное, очень под оригинал такое сделано, все закос полнейший. Ну, то есть первое впечатление очень хорошее. Ринги держат хорошо, но когда на них жидкость попадет, они будут слабоваты. Но это посмотрим. Так. Вот можно попробовать сюда 810 поставить дриптип вот такого плана. То есть выглядит это немножко по-другому уже. Вот. Он поуже. Родной, конечно, очень широкий. Вот такой. Ну, давайте намотаем ее.
целом дрипка мне понравилась, хорошо передается вкус. С намоткой проблем никаких, стойки, в общем-то, удобные. Можно как две спирали через одни и те же отверстия закреплять, так и в разные, если у вас спираль пошире. В общем, простор для фантазии. Качество неплохое, за эту цену вообще можно брать смело. Так что, кому интересно, ссылочка внизу. Спасибо за просмотр и пока.